Слава Господу, братья и сестры! Живем перед пришествием Христа, и на часах почти уж полночь. День каждый, днем последний может стать, весь мир сегодня ожидания полон. Живущие под властью сатаны со страхом утро каждый встречают. Ждут голода, ждут атомной войны, им будущее видится печальным. Вздыхают люди, всякий человек, предчувствуя конец, душой томится. Друг другу говорят, последний век, и что-то обязательно случится. Все верно. И Господь предупреждал, конец греху и злым деяниям Он 2000-летия людям дал, как много было лет для покаяния. Почти исчерпан Богом данный срок, предсказанное должно совершиться. Но в книге жизни есть не так уж много строк, в ней пишутся последние страницы. В той книге всех спасенных имена, тех, кто поверил в крестное распятие, их жизнь была Иисусу отдана, и небеса откроют им объятия. Тот, чья душа Христу принадлежит, без страха утро новое встречает, он вечно будет с Иисусом жить, и христиане все об этом знают. Ни признаки войны их не страшат, ни бедствия, что во вселенной будут, ни смерть их не пугает и ни ад. Господь возьмет своих. Свершится чудо, мой друг. Что скажешь о своей душе? Ты Богу или дьяволу причастен? Принадлежащий Господу блажен, принадлежащий сатане, увы, несчастен. Взгляни, во стрелки на часах, минута за минутой быстро мчится. И очень скоро там, на небесах, допишется последняя страница. День благодати близится к концу. Уже не день, а может быть мгновенье. Теперь приди к небесному Отцу, склонись перед Иисусом на колени. И сыном назову тебя тогда, и в книгу жизни твердый Божий почерк запишет твое имя навсегда. Не опоздай. Осталось мало строчек. Аминь.